Обсуждению показателей рейтинга QS 8 июня была посвящена пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Владивосток-Лондон. Он состоялся на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Основными спикерами выступили ректоры КФУ Ильшат Гафуров, НИТУ Алевтина Черникова, МГТУ имени Баумана Анатолий Александров и региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, отвечавшие на вопросы экспертов из Лондона. Комментируя динамику показателей рейтинга QS, Ильшат Гафуров обратил внимание, что на сегодняшний день число российских вузов, попавшие в рейтинг QS, возросло до 24, что значительно усиливает позиции страны. Среди ключевых факторов, позволивших КФУ подняться в рейтинге QS на 60 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом, Ильшат Гафуров отметил коллаборацию ряда институтов КФУ в направлении трансфера технологий и развития междисциплинарных исследований. Это говорит о том, что та стратегия, которая была принята в 2011 году, она достаточно правильной оказалась, хотя в результате создания федерального университета мы же присоединили огромное количество гуманитарных вузов. Одновременно отвечаем интересам республики, на территории которой мы расположены, региона, это прежде всего Приволжский федеральный округ, и мы участвуем вот в проекте глобальной конкуренции. Региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева поддержала позицию ректора КФУ. Она заметила, что те или иные перемещения наших вузов в рейтинге QS, даже некоторое снижение позиций трех российских университетов в сравнении с прошлым годом, вовсе не означает, что они стали хуже работать. Возможно, как раз наоборот. Представитель QS также отметила прямую связь между продвижением российских вузов в мировом рейтинге и работой программы повышения глобальной конкурентоспособности 5-100. Эта программа предполагает, что 5 российских вузов в 2020 году должны войти в первую сотню ведущих университетов мира. Если посмотреть на активность там, Британского совета, да, Института Франции, Институт Конфуция, все вот эти организации занимаются тем, что продвигают культуру и образование своей страны. У России до недавнего времени ничего подобного не существовало в принципе. Да, там, возможно, нам это было не актуально, но, по крайней мере, сейчас отчасти вот проект 5-100 берет на себя такую функцию. И этот эффект работает на все университеты, неважно, участвуют они в проекте или нет. Ключевым фактором стоит еще отметить прием иностранных студентов в российские вузы. В последнее время работодатели по всему миру стали лучше воспринимать выпускников из России. Если раньше за рубежом широкой известностью пользовался только МГУ, то постепенно и другие вузы приобрели определенную узнаваемость. Например, Казанский федеральный университет лидирует в России по темпам прироста зарубежных студентов и намерен довести их количество в 2017-2018 учебном году до 5000 человек. При этом стоит отметить результат успешной научно-исследовательской деятельности университета, подтверждаемой публикациями. Елизавета Евтефеева, Универньюз.